тут просто салат. Там дальше есть. Так, чудненько. Так, подожди. Да вон пролазишь там. Это ж вроде мелкий. Сейчас пойдем посмотрим. Вина Молдовы. Нет, здесь ничего нет, кроме пустых бутылок. Из-под Пепси. Палка есть какая-нибудь длинная? А вот. Блин, это ж не палка. Это какая-то сосиска, блин. Вот это уже тоже не надо. Тихо, тихо. Кричит. Сейчас я достану свою находку. Уникальную находку. Это гильза. Нифига себе. Да не гони. Да. Вот, пожалуйста, видишь, мастюха пошла. А, это современные бутылки. Тут припрятал. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Ничего там больше нету. Короче, ничего там больше нету. Ну так вот. Товарищи. Председатели. Где мои гильзы делать? Нет. Бакелитовая плита. Сергей. Что? А, забирай себе. Порошки разных мастей. Банка. Но она уже как пустая. Так, так, так.
пустая банка. Это что? Полирующая фибра. Новая, да? Надо она нам или нет? Что мы будем полировать? Да нифига. Все. Тут банка. Ничего, мешки. Мешки, лапти универсальные. Вот выпуска. Серёга. Не указано. Не хочу тебя расстраивать. Что? Но у тебя видео будет засвечено из-за фонарика. Да. Нет. А что, а в ту комнату мы идем? Бочком. Что, не пролезем? А там пол обвалился, чи потолок. А? Гонище, смотри. Где? Ну тут, конечно, кирпичом по башке можно получить. Вон. Да я видел, да. Туда я не стремлюсь. Надувно. Снимает косяк двери. Оно что, снимает сейчас? Ильза. Ильза. Ильза, 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 Ильза. О, смотри. Нет, вот Ильза. Соседи, слышь? Кирпичики висят, блядь. Да? Кирпичики висят, да? Я туда не пойду. Ну только после тебя, если что. Ну что, скажи. Сколько он вот этого? Скажи. От куклы. Скажи, пойдешь? Я, да. А я не одна, камера тебе. Спасибо. Я же должен буду вызвать МЧС, если что. Да ну его бань, лян, он там сыпется. Лян, прям над головой. Все. Скажи на камеру, что ты струсила. Да, блин, подожди, я просто смотрю, мне интересно, какое это. Шо-шо? Это не чердак, не носит. Пошли на чердак лучше. Я предлагаю тебе встать на дверь и посадить туда фонарик. И это и весь лаз на чердак, да? Да, на этом мы успокоимся, правильно? Блин, там дырка какая. Потому что здесь, а ну, здесь крыша вот упадет, понимаешь ты? Или ты хочешь,
Что-то у нас присыпало немного. А ну, держи дверь. Нет, ты все равно подстрахуй, поддержи. Держишь? Держи, давай, жвачку. Держи крепко. О, блядь, чупакабра. Ебать, там знаешь что? Ничего. Там сундук. Лен. Сундук, но он открытый. Иконы. Старинные иконы. Паутина. Слышь? Так что, лезешь? Там реально сундук. Чё? Сейчас тебе фоточку сделаю. Это эти ульи, пасек. Какие-то сундук, ты чё? Ладно, как мне туда залезть? Я не знаю, я хочу в туалет. У меня просто оперативка. Сейчас. Давай. Мне надо на оперативку уходить. Совещание. Мне роста не хватит туда залезть. Ладно, слышишь? Это если тебе на плечи сама? Нет. Ты бумагу с собой не брала? Нет, я же без рюкзака. Давай. Мне надо сгонять. Давай откроем сундук. Давай откроем, мне надо сначала сгонять. Ну иди в дом, скажи. Я пойду туда, как не знаю. А что это оранжевое бежит? Я не знаю, игрушка какая-то. Ух ты, блин, провод. Все, я пошел. Ты же его включил? У меня тоже. У меня башка болит по понятной причине. Да. У меня по понятной причине болит башка. Да? А ты знаешь, понимаешь мою причину боления башки? Моей башки. Лен. У меня башка болит от этой резинки на башке. Голова болит без причины. А ты знаешь еще, что башка болит без причины, признак дурачины? Да. Да. Хорошо, а что ты рассчитываешь получить от сундука? Я рассчитываю, что ты сейчас посадишь батарейку, и ты там закончится твоя сильная. Хорошо, а в сундуке думаешь что? Два слова скажи. Монеты в или... В сундуке пчелы. Пчелы. А моя ставка там штаны. Может быть другое. Но вряд ли, потому что может там костюм пасек. А может там военная форма? Немецких офицеров? Не знаю. Все, до свидания. Вон этот колодец. В колодец мы полезем? Давай хоть заглянем, слышишь? А, так он засыпанный. Колодец засыпанный. Я увидел, не знаю, друзья. Или кто там. Увидно было, не видно. Вот тебе на...
Так, сейчас я буду лезть вот сюда. Да выключи свой этот. Луч солнца. Лахтар. Тут есть вон дверь стоит. Мне надо залезть вот сюда. Заснимешь? Да, перчатки тебе дать. А у тебя есть перчатки? Да. Давай. Сейчас оно на пуфик пойду. Так, это Лене, это мне. Перчатки. На! На! Только не мусори здесь. Лен, не мусори. Сейчас мы проверим этот чердак. Смотри, где перекрытие. Самое главное, ходи по перекрытиям. Только по перекрытиям. Что это, слышь? Я нашел этот. А вот это тебе надо? Вот это тебе надо? Нет, посмотри, у меня камера нормально стоит? Да. Смотрит четенько. Она у тебя. Я знаю, что она включена. Это ж надо все зафиксировать. Запечатлить. Засохранять. Пересохранять. Так, свет мы уже проверяли, не работает. Фу, давай лезь. Как я буду лезть, потом дальше на телефон. Только фонариком все равно свети, просто вот так вот. У меня тут уже все включено. Он клюет. Блин. Ты нажал на запись? Нет, а что, надо нажать? Да, только тебе с перчатками надо. А как же? Давай. Запись пошла. Нет. Ты в кроссовках, да? Нормально, там гвозди, смотри, гвозди, шучу. Очки, нахер мне очки, вопрос. Лен, тебе нужны очки. Давай, смотри, там чупакабра. Блядь, я не залезу, мне надо пинка под зады. Ну на тебе это. Вот сюда. Давай. Давай. Я не знаю, что там видно. Ты видишь, я как держу камеру. Тяжело? Тяжело, тяжело. На. На, не сломай только его. Лен, люди идут. Ладно, за людей пошли. Ты там только не топчись. Я залезу, потом будешь топтать. А то, блин, знаю я. Ваши приколы. И как вот ты стоишь на перекрытии. Вот перекрытие, да. Вот это перекрытие, по нему иди. Смело иди прямо. Смело иди прямо. Подожди, не открывай только, я тоже хочу этот момент. Лена. Обломчик. Я же тебе говорила, что он пустой. Он пустой, но нормальный такой. Саквояж. О, а там что? Слышишь? Я оставляю свою морковку. Что морковку? Так, Сергей, надо нам идти и рассредоточиться. Ну так, если прямо будешь идти, то это по перекрытиям. Короче, нифига нема, да? Пустой. Это у нас тут и будет. Шо, морковкой попробуем? Попищать. Что-то сейчас пищать. Какие-то железяки, ломы, что ли. Ломики. Вот такие вот дела. Меня мама родила.
Узелок развяжется, узелок завяжется. А ну здесь что у нас? Вот здесь монеты были спрятаны, наверное. Вот так вот по чердакам лазить. Залезли, тут сундук, а сундук пустой. Вон светильник. Вон банка. Ну шо? Стой! Ты слышишь? Люди ходят. Люди ходят. Пошли в подвал. Противень. Ну нахер мне им сразу. Он эмалированный. А ну-ка подожди. Ничего нету. Нет ничего, кроме золотых монет. А под сундуком ничего нет? Под сундуком ничего нет. Ничего. Сундук старый довольно. Довольно старый. Сергей, смотри, что он туда не упал. Зачем ты? А ну-ка, а тут ничего не спрятал. Легкая штука. Угу. Блеск. Ну ладно, шо. Все, пожалуйста. Пошли. О, блин. Ну ничего. Ты слазишь, короче, да? О, Лё. Ага. Закрыто. Ты закрыла? Нет. А кто? Да я не закрывал. Да, да. Я не закрывал. Пошли. Что делать? Да открывай. Че, блядь, так я не закрывал. Да кто закрыл? Ты меня подъёбываешь? Домовой. Я тебе нет. А кто закрыл? Ну ты же закрыл. Да я не закрывал. Да как ты не закрыл? Че, серьёзно? Можешь не светить мне этим светлячком в лицо? Серьёзно я не закрывал? Закрывай. Ой, открывай. Ты что, не понимаешь всей серьёзности ситуации? Кто закрыл? Ты еще закрыл. Лянь, ты видишь там второй чердак? А как мы его собрали? Значит, где-то еще комната, но он здесь нет. Где-то тайная комната. Там тайная комната. Слушай, а там может быть что-то спрятано. Стопудово. Короче, ладно. Скажу, это я закрыл. Чтоб ты не переживала. Ты успокоилась? Я не переживала. А это шо? Что тебе первому надо? А это шо? Это осиное гнездо. Артефакт какой-то. А может быть и нет. Ладно, как спускаться? Это пуговица, а ну-ка слепи. А, нет, это бумажка. Спускаться как будем? Ну как, ты, я и тебе на плечи. Ага, сейчас. Все как обычно. Поставим ближе на стене. Так, ладно. Сейчас. Фонарик в карман положит. Да не, ну а вдруг тебе ж понадобится? Тебе фонарь не надо? Нет. Точно? Все, выходи. Я на улице буду.
Ну становись. Куда я встану? Все? А ты ручку куда она подала? Все, давай холодильник обследуем. Так, в холодильнике у нас кусок трубки. Здесь пусто. Пустой холодильник. Смотреть не на что. Вот тебе и на. Ты видишь тут это? Вот, пожалуйста, колокольчик. Рабатский колокольчик. Куда его деть? А вот здесь вот может быть спрятано что-то. Вот здесь. Видишь? У нас лом есть, давай скроем. Чё? Ну зачем? Сразу, смотри. Телефон упал, ты шо еще и наступил. На тебе на память колокольчик. Нет, спасибо. Шел. Вот такую штуку. Это полочка. Полочка с зеленым стеклом. Или это камень такой? Стекло, наверное. О, полочка. В полочке ничего нету в этот раз. Там был нужен лизяк. Все, ладно, ничего там нема. Погашу. Камеру пойдем дальше. Вот эта камера. Где, в этом доме? Не знаю, надо искать вход. И есть? Нет ничего. Сосулька. Пип-пип-пип. Комары уже летают. Вот как оно держится. Эта штука падает. Там он уже это там проламывается. А держится он на одном бревне. Крыша он пошла уже вот так. А мы туда только что залазили. Лена, вон. Не надо туда лезть. Сергей, шо? Раз мы уже сюда пришли, значит, лезь сюда.